Наладка производится обязательно в защитных очках. При необходимости под наладки данной машины на пузырьки К2 и К3 в процессе эксплуатации, значит, производится ниже следующей работы. Значит, наладка начинается с пузырьков 10-миллилитровых. Ставится втулка К2. И закаточная машина, закаточный агрегат, перемещается в крайнюю нижнюю точку. Проверяется положение роликов по отношению к горлышку пузырька и под пробку. Из наладки отпускается пружина на данный ролик, с которого вы начали наладку. Это необходимо для того, чтобы освободить контрящую гайку. Да? Оси ролика, та, которая регулируется вверх и вниз. Берется соответствующие ключи. Значит, низ на 14 и контрящая гайка на 13. Расфиксируется. И затягивается пружина вновь. Ролик подводится под нижний урез бутылочки. Данный ролик, с которого мы начали наладку, тонкий ролик, обращаю внимание. Значит, здесь есть два тонких ролика и один толстый. Позже объясню почему. Значит, тонкий ролик подводится под урез горлышка. Там, где будет совершаться вальцовка пробки. Не пробки, а крышечки. По резьбе ролик подается либо вверх, либо вниз. Подводим под самое горлышко закатанной пробки. Далее. Опять отпускаются пружины. Для того, чтобы законтрить данное положение. Берется ключ на 14 и на 13. Сохраняя положение оси на месте, крутится только гайка. Это мы только поддерживаем. Зажимаем пружину. И смотрим, в каком положении находится ролик. То есть ролик находится под обрезом. Здесь вот он сейчас стоит в данном положении нормально. То есть если он стоит ниже уреза, получается, там получается просвет, то его необходимо подвести. Значит, дальше. Если у вас в процессе обкатки, значит, между торцем ролика, смотрите, и донышко горлышка, получается зазор, вам необходимо расфиксировать вот эту вот гайку, поддерживая ключом. Расфиксируйте. И можно отверточкой, можно ключом, вращая данный ролик вправо или влево, то есть либо вам, если вам нужно подвести его в горлышку, то вы его как бы выкручиваете вот из данного коромысла. Подводите его так, чтобы был натяг на пружину. То есть она должна быть прижата, но сильно не зажата. Фиксируется в данном положении опять так же. С помощью контрящей гайки. Больших усилий на контрящей гайке делать нельзя, так как резьба мелкая, и можете сорвать на нем резьбу. Для точности подгонки она здесь сделана мелкая. Третий ролик. В закатке на 10-миллиметровых пузырьках не участвует. Опускаться ниже, чем половина вот данного скоса, он не должен. Иначе будет колоться пузырек. Данный ролик, значит, присутствует в закатке на пузырьках К3. То есть 200 и 450 миллилитров. Машина переводится в верхнее положение. Ставите пузырек, одеваете пробку. Переводим в автоматический режим. И производим закатку. Достаточно одного пузырька при наладке. И смотрим качество закатки.
Если оно не удовлетворяет, то есть смотрим, что проворачивания пробки в данном моменте нет. Проворачивание пробки возможно при, как я говорил ранее, вот, при наладке первого ролика, значит, между вот этой вот нижней частью закатки и роликом есть зазор. То есть получается некачественная закатка. То есть ролик необходимо подводить как можно ближе к нижней части закатки, закаточного горлышка, закатываемого. То есть вот сюда. Данная наладка обеспечивает, не требует большой переналадки на пузырьки К3. Отворачивается направляющая сменная под пузырек К2 и меняется на пузырек К3. Там, где есть прорези, они встают между роликов. И за счет вращения корпуса подшипника вы его туда закручиваете. До конца поджимается, меняются подстаканники в режиме автомата, включаем. Проверяем затор. Устанавливаем. И смотрим на закатку. Закатка отлично. Наладку мы можем производить при эксплуатации К2 и К3 только на К2. На К3 бывает так, что сейчас я вам покажу. Ставится крайне нижнее положение. И проверяется толстый ролик. Вот в данный момент он установлен в этом положении, обеспечивающий закатку. Если здесь получается подворотничок, подчеркиваю, на К3, вот на данной посуде, значит, те же действия, которые вы производили с тонкими роликами, производятся с толстым. Но прошу учесть, что он не может опускаться ниже, чем, как я вам указал, на пузырьке К2. То есть половина расстояния от вот этого угла. Сейчас продемонстрирую. Посередине вот это расстояние. То есть наибольший диаметр, наименьший. Не более чем посередине. Если он будет дальше, то К2, пузырьки будут колоться. Переходим в основном. Данная машина готова к эксплуатации.